Телеведущая Ксения Собчак высказалась по поводу извинения дизайнера Артемия Лебедева Екатерине Мизулиной, вызванной его критикой в адрес ее деятельности в интервью Юрию Дудю. Собчак поделилась своим мнением о произошедшем. По ее словам, извинения Лебедева указывают на давление со стороны Мизулиной. Несмотря на личный характер оскорблений в адрес Мизулиной, Лебедев дистанцировался от критики ее организации «Лига безопасного интернета». Однако Собчак отмечает, что Лебедев оставил свои претензии к деятельности Мизулиной. Она также подчеркивает, что Лебедев избегает судебных разбирательств, потому что верит в справедливость российского правосудия, несмотря на свою привычку не оскорблять людей.